А мы продолжаем наш выпуск. Гималайский перс из США по кличке Полковник Мяу попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали обладателем самой длинной шерсти среди домашних котов. Она достигает почти 23 сантиметров. Вид у полковника действительно очень воинственный. Живет кот в Лос-Анджелесе. Ему всего 2 года, но он успел обзавестись целой армией поклонников. У его личной страницы в интернете несколько миллионов подписчиков. Как рассказывает хозяева, полковник требует особого внимания. Несколько раз в неделю его причесывают, а квартиру каждый день приходится пылесосить.